Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас 5 апреля 2023 года. Произвели мы запуск. И вот уже пошли традиционные первые поимки после запуска. Первая форелька поймана. Сейчас мы узнаем, на что аккуратный рыбак паста у нас. Паста с либрой. Паста с либрой. Еще бы цвет нам либры. Цвет либры белый. Белый. Все, спасибо большое. Классика работает, друзья. Каждый день практически одни и те же приманки срабатывают. Паста и либра. Цвета, кстати, могут варьироваться. Не обязательно белые, могут быть и оранжевые, и разные другие. Посмотрим далее. Так, есть у нас, по-моему, там производится вываживание. Сейчас подойдем. Да, вот здесь производится вываживание. Сейчас поближе я подойду, посмотрим. Так, есть, ребята достали. Парни, что из приманки? Что из приманки? Резина какая-то. Резина. Опа. Идем дальше, не будем отвлекаться. Здесь у нас яркие оранжевые сапожки ходят по дорожке. Не промахнешься мимо них. Приветствую. На что клюнуло? О, как. Заглянул как паста, доктор. Паста. Паста чистая, без резины? Чистая. Все, понял. Отлично. Молодцом. Наблюдаем дальше. Так, очередная поклевка. Наблюдаем за вываживанием. Рыба вертится. Подсадчики вот такой формы очень неудобные, кстати. Вот часто наблюдаю, мучаются рыбаки с такой вот именно формой подсадчика. Но, тем не менее, совладали мы со всеми неудобствами, рыбу поймали. Что из приманки здесь у вас было? Паста желтая. Паста? Желтая. Угу. Килошница примерно есть. Так, там пока не видно. Здесь, знаешь, только что была поимка. Вон Алексей пошел, понес рыбку. Сейчас опускать садок будет. Тоже он поймал. Вон кладет. Угу, есть. Не успел я далеко уйти. Очередная поимка. Тоже, по-моему, крупнее, чем предыдущая немножечко. А может, вообще-то даже и такая. Скорее всего, то же самое, наверное, да, работает? Желтая либра. Либра желтая. Желтая или оранжевая все-таки? Желтая. Желтая. Угу. Отлично. Продолжаем наблюдать, друзья, с вами поклевки. Рыба очень активно клюет. Очень активно клюет. Клев стабильный каждый день. Радует, в принципе, вот он. Оп, есть хорошая, хорошая крупная форелька попалась. Ребята молодцы, работают в тандеме. 100% реализации. Да, здесь, ребят, двушечку практически, кило 900, наверное, взяли. Ребят, что из приманки? Тоже классика, наверное, да? Не помню здесь. Не помню. Ну, в принципе, вот то, что у вас, так скажем, на столе, то вы используете. Паста и резина. Да. Скорее всего, что-то одно из двух. Либо все вместе перемешано. Небольшая форелька попалась, но здесь уже либра у нас зеленого цвета. Это чистая либра или тоже с пастой? Чистая. Чистая вообще на одну либру попалась. Это тоже у нас пассив, по-моему, да? Пассивная, да, же снасть, да. Со дна берет, скорее всего. Да. Да. Так и есть.